Всем привет, друзья! Сегодня будет обзор из магазина Фикспресс в городе Челябинск по двум адресам: проспект Победы 382Б и 390А. Очередное зеркало привезли, и оно безумно стильное. Снизу деревянная подставка, сверху круглое большое зеркало. Каркас металлический, белого цвета. Снизу подставка прикручена с помощью двух болтов, и зеркало по бокам держится точно так же. Зеркало двухстороннее, с увеличением, цена 249 рублей. Следующая новиночка для нас, девочек, это расчески. Расчески с длинным ворсом. Я не проверяла, но кажется, что будут хорошо расчесывать. Сначала мне показался он силиконовым, но нет, вроде бы как пластик. Хотя в составе есть еще и нейлон. Абсолютно разные расцветки, сочетание цветов, стоимость 149 рублей. Милые женские кошелечки, они большие, закрываются на молнию. Внутри есть кармашек для мелочи, что актуально. Забавный рисунок фламинго, интересный кактус и краски. 249 рублей. Супер вместительные косметички, внешний материал как будто бы непромокаемый. Снизу есть карман и сверху на молнии. Внутри есть тоненький подклад и все швы прикрыты. Места предостаточно для косметики. Богатый выбор расцветок, и бежевый, и бордо, черный, серый на выбор, 249 рублей. Корзиночки привезли, неожиданно, зима уже на дворе, плетеные, есть выступы по краям. Такую можно под конфетки использовать на столе. Удивила цена для небольшой корзиночки, 199 рублей. А вообще это кашпо, и оно предназначено для цветов, 15 на 15. А также сегодня в магазине я нашла вазочку. Она из коллекции «Серебро и золото». Написано, что сделана она из керамики. И есть несколько форм на выбор. Вот эта вазочка, например, имеет более широкое горлышко, нежели вот те. И еще есть вот такая форма каплевидная, 249 рублей. Пенка для умывания марка «Оханами». Зеленая расцветка с алоэ вера бережно очищает, увлажняет, оказывает антиоксидантные действия. Покажу состав: 125 мл и тюбик, как от зубной пасты. Нашла второй вариант данной пенки для умывания. Она с содой, со скрабирующими частичками, бережно очищает, мягко отшелушивает. Цена 55. К нам привезли дневной крем, увлажнение и ревитализация для лица, масло авокадо. Ранее такое было представлено с гранатом, бренд Флорисан, цена 77. Еще одна новинка, которая меня заинтересовала, это Сэндо Уптан. 3 в 1, умывалка, маска и эксфолиация. Мелкая пудра из муки, глины и других ингредиентов, цена 55. Средство Fairy Tail для детей, все в одном. И шампунь, и гель для душа, и пенка для ванны с хлопком и ромашкой, 400 мл. Честно говоря, не доверяю я таким средствам, где все вместе. Не сказала бы, чтобы это средство подходило именно детям. 77 рублей, такая крышка. Детское крем-мыло, Малио, натуральное. Ну, натуральное это сильно загнуто, конечно. Удобный дозатор, 55 рублей, объем 500 мл. Стеклянный салатник с узором. Небольшой, цена 77 рублей. 600 мл. В прошлом году подобный был. Да, в Фикспресс сейчас привозят очень много товаров с того года. Например, вот такая рыбка. Салатник объемом 400 мл. Стоимостью 99 рублей. В ярко-желтых коробочках упакована масленка. Цену пока не выставили, как выставят, скажу. Масленка выполнена из стекла, она объемная, смотрите, какие толстые стенки, тяжелые. Верх и низ коробки разделен, так что не должно ничего побиться, можно даже брать на подарок. Таким образом выглядит низ, есть выступающие части, за которые удобно браться. В собранном виде масленка выглядит превосходно, предполагаю, что будет стоить рублей 149. Увидела новую пиалу, стенки толстые. Ингредиент внутри бордовые, переход от бордового к черному. Керамика 700 мл, стоимость 77 рублей. Вот это огромная кружка, хотя объем у нее небольшой. Всего 460 мл, но выглядит масштабным. Такая же есть еще зеленая и голубая. Ну и обзором посмотрите, сколько разнообразия на полочках. Обновились коробочки для бутылок, сделаны они из фанеры.
резной рисунок. Как раз скоро Новый год, можно приобрести. Если будете дарить какой-нибудь напиток, то это отличная упаковка. Правда, стоит аж целых 249 рублей. Резной рисунок отличаются с подарками, колокольчиком или вином. И цвета разные. Магическая настольная салфетка. Обалденный цвет, привлекает внимание. А вот вам и сюрприз. Она двухсторонняя, стоимость 55 рублей. Рисунок с двух сторон одинаковый, но одна сторона серебряная. Вот вам второй вариант, как будто бы какие-то кристаллы переливаются. Красиво. Размер 44 на 29 сантиметров, а тут синий. На третьей изображен лист и веточки деревьев. Вроде бы заметно, но с другой стороны мне еще больше нравится. Как будто бы деревья на фоне звездного неба. И последний вариант, возможно, на любителя. Здесь идет полосатый орнамент. С одной стороны серебряный, с другой стороны микс. Печенье Мариетта. Большая пачка, 430 грамм. Печенье затяжное, на маргарине. Торговая марка Слодыч. В такой же большой упаковке печенье Слодыч люкс чайный. С изображением чайка. Состав почти такой же, 55 рублей. Покажу еще одно печенье от другого бренда. Крекер с солью, 55 рублей, 500 грамм. Это еще одна новинка от Слодыча. Алиэкспресс закупился. Премиум. Какая упаковка, посмотрите, с кристаллами. 55 рублей. А вот состав, по-моему, чуть ли не такой же. Большая упаковка чая Тесс Холидей. 90 пакетиков черного чая с ароматом чабреца и черной смородины. Есть и второй вариант, который постоянно продается в фикс прайс. Тут 100 пакетиков, классический чай байховый с чабрецом. Стоимость 149 рублей. Шпротный паштет, что-то новенькое. Из кильки, салаки, горячего копчения. Ну, написать можно все что угодно. Где у нас состав? Стоимость, кстати, 29,50. Невероятно бюджетно, но только вот что-то состава я не вижу. Это весь состав? А почему не указан? Все, разобралась. Состав написан крайне мелко. Какая конкретно копченая рыба не указана. Масло, лук и специи. Вкуснейшие пироженки Барни со вкусом шоколада. Они раньше продавались, только обновилась упаковка. Теперь она новогодняя. 8 штучек за 99. Махровые полотенца так и намекают нам о следующем годе. Вставка под леопарда, выполнены полотенца аккуратно. Две расцветки, 100% хлопок, 30 на 60 сантиметров. Стоимость 99 рублей. Но они мягенькие, приятные. Викинги нашла другие расцветки. Серый и рисунок уже тигра, а не леопарда. И зеленых здесь нету. У светлых рисунок тоже полосатый. Я уже устала считать, сколько ковриков для ванны привозят в фикс прайс. Очередной мягкий, стандартный, с пупырками. Размер 45 на 70 сантиметров. Ворс короткий, но мягкий. На выбор три расцветки. Тот, что показывала, с цветочками. И вот этот, похож на мозаику. Цена 199. Мужские перчатки выполнены хорошо, сверху вставка меховая. 99 полиэстер, 1 полиуретан, внутри тоже мех. Выглядят стильно и удобно, может быть и другие цвета есть, пока в коробке. Домашние тапочки, пушистые сверху, 249 рублей. Подобные тапочки привозили, но не в таком светлом цвете. Вот такие были, серые, бежевые, подошва плоская. Не менее уютный вариант тапочек, нос открыт, мягкие, подошва аналогичная, цена 199. Женские шапки в магазине Fix Price стоят 249 рублей, выполнены они из акрила, разного плетения, цветов, внутри есть подклад у некоторых, множество приятных расцветок, есть с подворотом, тепленькие, пряжа из Троицка. Подмосковная. 50% шерсть, 50% акрил. Цена 149 рублей. Серый и беж. Снова пополнился ассортимент тигрятами. Это копилки в виде тигра. Они в разных позах. Сидят, лежат. Цена 299. И глазастые за такие же деньги.
не совсем новинка. Такие подсвечники привозили в том году. Распродают остатки по приятной стоимости, 99 рублей. Формы разные. Красивые елочные шары, красный цвет, с золотым узором, цена 99 рублей. Стекло. Правда, я слышала, что красным в этом году нежелательно украшать. А вы в такое верите? Кроме звездочек на елку, фикс прайс привезли верхушки. Шпиль длинный, с блестящим узором, в синем цвете, в золотом, в серебряном. Цена 55. Очередная находка прошлых годов. Это светильник. Стоимость 99 рублей, световой поток всего 2 люмена. С мишками, снеговиками. А вот еще один светильник за 149 рублей, но только если вы его распакуете, он так воняет. Кошмар. По опыту знаю. Новинка, которой могут пользоваться как дети, так и взрослые, это ледянка. Две белые веревочки по бокам и одна сверху. С обратной стороны глянцевые. На ткани нарисован снеговик, надпись Winter Holidays, темно-синий, просто синий и красный цвет. Рисунок один. Цена 299 рублей. Подобные ледянки круглой формы, надпись «Зимние каникулы» и, кажется, это пингвинчики. Диаметр 45 сантиметров, цена 249 рублей. У нас за окном уже настоящая зима, представлены в точно таких же трех расцветках. Набор для творчества из воздушного пластилина. Набор предназначен для развития моторики, создания ярких фигурок. Пластилин застывает, прыгает, и он супер легкий. Набор просто обалденный, очень много деталей. И блеск есть, и кисточка, и разные цвета. 299 рублей. Игровой магнитный набор от Play the Game. Найди потеряшку. Развивает мелкую моторику и логическое мышление. Внутри идет специальная доска. 7 картинок, все они представлены, как будут выглядеть, и 35 магнитных фигур. Можно придумать свою сказочную историю, стоимость 249 рублей. Картины нитками от марки Play the Game. Набор для творчества, для создания картинки. Все необходимое в комплекте имеется. Нитки, специальные гвоздики, картинки на выбор, 149 рублей. Опять в фикс прайс можно найти планшет с подсветкой. Такая игрушка стоит 249 рублей. В упаковке есть картинки, целых 8 режимов подсветки, правила использования. Кроме планшета и картинок в наборе есть еще 3 фломастера. Планшет можно устойчиво ставить на стол. Стильная большая тетрадь на кольцах для любителей кофе. Обложка шершавая, внутри листочки в клеточку без полей. Всего 96 листов, 77 рублей. Кто противник черных обложек, для вас есть цветные, тоже очень эффектные. Простые тетради обычного формата, они на скрепках. Клетка, 80 листов, новая стоимость 29,50. Снова в канцелярии, скретчи для заметок и открыток, 50 штук в наборе и скребок. Под черным покрытием будет градиент, 77 рублей, побаловаться. Набор шариковых ручек, 8 штук. Синие, черные, зеленые и красные. Чернила по 2 штуки, 55 рублей. На этом мы с вами сегодня закончим. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, то оцените его пальчиками вверх, подпиской на канал. Всем желаю отличных покупок, хорошего настроения. До скорых встреч. Пока-пока.